Все, мы снимаем. Алис, куда мы едем? В зоопарк! У нас есть в зоопарке членская карта, которая позволяет нам бесплатно ходить в зоопарк хоть каждый день в течение года. Мы дождались хорошую погоду, мы дождались более-менее отмены карантина, и теперь мы собрались. Расскажи, Алис, что ты хочешь? Давай. Вот так вот. Наше приключение началось с того, что мы забыли расческу дома, пришлось возвращаться. Вот, взяли Алисе розовую расческу, потому что другого цвета расческу нам брать нельзя. Че ты цепляешь? Мы же детский блог снимаем. Блог. Семейный, с детьми. Дядьки под носом выросли, пап. Ребят, мы сегодня поедем в зоопарк Крутой. Крутой? Да. А кто там будет? Живот мили. Всем привет! Какая-то тема, вон женщина-змея идет. Где женщина? Вон, видишь, в одежде у нее костюмчик женщины-змеи. Смотрите, какая-то... Алис, это же туман, как из твоего ролика! Да? Беги скорее, только не потеряйся! Иди сюда, Никит! Иди играй. Пока-пока. Вот и все. Прекрасно. Мать свободна. Добби свободен. А нет, вернулся ребенок. И отец вернулся, блин. Короче, ситуация следующая. Чтобы зайти, как оказалось, нужно было сделать резервацию онлайн для того, чтобы... потому что здесь ограниченное количество посетителей в связи с карантином. Малис, не отбирай, пожалуйста, меня. Вот, поэтому мы быстренько прямо на входе сделали членскую резервацию, потому что у нас есть членские карточки. И теперь идем на вход. Вот такая вот красота на входе. Это... Quetzalcoatlus. Стой, Quetzalcoatlus какой-то. Я не знаю, что такое. Название динозавра. Боже мой. Пойдем, Алис. Это название, так зовут динозавра, Алис. Смотри, смотри, бежит тритончик маленький. Как он, геккон? Отстаньте. Оп-оп, убежал. Мы взяли вот такой вот велик. Смотри, велик большой. У нас спереди Эрика сидит. Она выпадает. Дети сидят сзади. Они тоже выпадают. Вот такая вот штука есть. Нажимаешь. И освежающий душик. Мы пришли к динозавру. Ой, динозавру. Ну почти родственник. Он такой вот. Крокодайл, аллигатор, кто там, не знаю. Алис, кто там? Крокодил, он важный. Я даже не хочу сюда прыгать. Так никуда не надо прыгать. Здесь вообще весь зоопарк. Вот в такой доступности вытянутые руки вообще все животные. Просто вот немножко за ограждением. Не в привычных нашим нам клетках, а вот... Вот просто вот буквально через заборчик. Львы вроде бы должны быть ограждены еще рвами, насколько я помню. И вот они, два левенька. Левенька. Левушки лежат, отдыхают. Жена? Не знаю, мне кажется, они, наверное, где-то спряталась вместе с детишками. Со львятами. Вот Никитка отдыхает, да? Ты отдыхаешь, принц? Такой у нас велик на огромную семью. А я уже рассказывала. Там у нас осел гуляет. Раз, два. Вот так вот мы, собственно, едем и смотрим все по сторонам. Бип-бип. Бип-бип. Алисяу сзади кайфует. Нужно быть очень аккуратным здесь, проезжая между людей. Эрика, ты за рулем? Алиса, держишься? Увести вас туда. Есть еще вот такая опция, вагончик здесь.
Видите? Можно сесть, покататься. Цена вопроса? Я не знаю. Папа пытается покормить белку черешенькой. Мне кажется, они не едят черешню. Я боюсь. Что ты боишься, что она тебе руку откусит? Я не кусаюсь. Я не кусаюсь. О. Мама. Она ищет. Эй, друг, позируй, тиранозари не уходит. Мам, белка не кусается. Не кусается? Хорошо. Раз ты сказал, значит не кусается. Хорошо. Вот это вот аквапарк на территории зоопарка. Большой. Ну, аквапарк, здесь такая водяная площадка. Она сейчас не работает, закрыта. А вообще, вообще очень прикольная штука. Алис, у тебя обеденный перерывчик? Да. Что кушаешь? Вафельную вату. Если хотите, Cotton Candy, да? Как если хотите. Называется? Сладкая вата. Цена вопроса 3,75. Если хотите, покупайте. И мороженку еще мы, да, покупали, как в Макдональдсе. 3,50, кажется, стоило. Вот такие вот тут цены в зоопарке. И там вон горилки, обезьянки всякие разные. Красавчики какие. О, смотри, пахан. Катя, я с такой же рожей сижу в кабинете у тебя. Ты абсолютно так же выглядишь у себя в кабинете. Или за столом, да, Катюх. Катюх, ну что, есть будем? Если он сейчас пузо почешет, то вообще один в один будет. Бом, носу ковыряется так же, как ты, пап. У нас уснул ребенок младший. И мы наконец-то можем не спеша походить, посмотреть, прогуляться. Потому что с Эрикой мы всегда галопом по Европам. Бежим, бегом, бегом, бегом. Она орет, мешает. Так что теперь мы можем, наконец-то, насладиться немножко зоопарком. Тут кто? Я не знаю, я нифига в животных не разбираюсь. Здесь прикольно просто гулять. Вот рикша наш. Хочешь вам на велосипед? Велосипед 38 до конца. Возить, не перевозить. Ну вообще так кайфовенько. Вместо обычно какого-нибудь парка, например, можно приходить сюда хоть каждый день и гулять. У нас здесь членский взнос, да, я говорила, что мы можем в течение года хоть каждый день приходить. Единственное, что сейчас во время карантина, ну, который уже так почти отменился, нужно заранее резервировать онлайн. Уже скоро закроется, через час, наверное, зоопарк. Народу уже мало. Смотрите, кого мы нашли. Скрещенный кто-то непонятный. Гибрид. Смотрите, ноги от зебры. А туловище от кого-то другого. Что это, зеброконь? Как его назвать? Куча жирафов. Блин, какие невысокие, красивые, а. Надо прийти сюда, когда их можно кормить по времени, да? В удачное время. Что-то выпрямился такой сразу, увидел, что тебя снимают. Кто-нибудь понял, что она сказала? Если вы поняли, расскажите мне, потому что я нифига не понимаю ее. Пап, когда мы заработаем миллион на Ютубе, купим себе такого золотого слона домой? Блин, цыгане маленькие. Вау. Конечно. Мы, кстати, заработали первые $2 на Ютубе уже. Все, дети начали уже баловаться, поняли, что мы идем к выходу, идем за игрушками. На самом деле мы сегодня сюда приезжали для того, чтобы немножко приглядеться, присмотреться, потому что у нас запланированы съемки видео на Алисин канал. А здесь, в зоопарке, у нас уже есть сценарий, есть этот план. Мы смотрели, как вообще возможно нашим составом это дело осуществить.
учитывая, что с нами Эрика, и вообще, как здесь с людьми, как здесь период карантина. Вот и черепахи. А в прошлый раз их не было, да, пап, когда мы приходили? Да, из-за холодов. Вон огромная там вдали. Вот маленькая. Эрика, смотри, какие черепахи. Вау! Вот эта станция. Вот этот монорельс. Вот здесь эта станция, на которой основная, центральная, на которой садишься. Мы в прошлый раз с ним ездили. И можно на нем объехать весь зоопарк и с высоты посмотреть. Мы уже валим к выходу. Как раз мы ровно уложились. Нам дали на 3 часа этот велосипед. 5 часов зоопарк закрывается. 5 часов нам нужно велик сдать. Вот как раз осталось минут 10 до закрытия. Мы идем аккуратно. Нужно еще купить подарки детям. Как же без этого? Кстати, по членской карточке, которая у нас есть, опять-таки, есть скидки даже в магазин на всякие сувенирчики. Приятненько. Так, ну все, велосипед мы сдаем. Я несу сдавать ключики и забирать свои права. Потому что отдаешь здесь свои права. И, в принципе, все. И идем за подарками и валим кушать.